Не щекотай, боюсь. Какой красивый остров, да? Ну да, красивый. Неужели возражаешь? Алешка, воробах? И что они там делают? А черт их знает. Какое интересное положение. Одни бабы. Женщины. Ну да, женщины. Ну да. Нельзя, когда ты на свою охоту выходишь.
С тобой, Алёшка, погибали 11 раз в море, в штормах, не боюсь. А женщин сказать, ты мне нравишься, боюсь. Не боишься? Интересно. Член управления колхоза могу видеть? Можете. Я там был, там никого нет. А вы сюда смотрите. И что такое? Путевка. Какая путевка? Моя путевка. Вы читайте. А вам, собственно, что нужно, гражданин? То есть как что надо? Вы в город писали требования насчет механика? Писали. Ну вот я и приехал. Механик? Механик. Ну да. Ну да. Ух ты, милый! Да чего так обрадовались-то? Да как же, думали, завтра в море не выйдем. А ваш-то где? Своих мы в армию отправили. На Дальний Восток уехали. Тихоокеанский флот. Ну мы к вам на всю пути идем. На 3 месяца. А это что? Моя бригада. Ну, трусливая. Ну, как сказать. Артист, знакомься. Приехал. Неужели механик? Механик. Ну, гора встречи. Здравствуйте. Председатель правления. Ну, приехали. Приехали.
Ну, Машенька, пойди проводи. Покажи баркас. Ну, пойдемте. Ну, вот он. Осматривайте. Нравится. Нравится? Очень нравится. Ах, очень нравится. Даже больше того. Ну так осматривайте, раз больше того. А чего мне его осматривать-то? Я на все могу. На мотоцикле могу, на автомобиле могу. На аэроплане можете? Могу. Врет! Что это? Мои любимые бусы. Туда вставай теперь. Ну, ныряй, ныряй, ныряй. Да вставай, тебе говорят, да? Безобразие. Не беспокойтесь, пожалуйста. Он достанет. О, хорошо плаваете. Не беспокойтесь, я говорю. А вы меня пока проводите, ваше правление, голхоз. У меня командировка есть. Пожалуйста. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Тоже смыло? Чего смыло? Бумажка. Нет, бумага есть. Печать есть. Буква пропал. Ну ничего. Все равно проводить, пожалуйста. Он достанет, достанет. Не беспокойтесь, пожалуйста. Алешка, ты все на собой, да? Не беспокойтесь. Из-за девушки, которой один только раз видел, потерять аппетит. Никогда в жизни. Врешь все. Ты мне лёб по уши. Нагло всем где? Ошибаешься. У меня очень серьезный аппетит. И сам ее по уши. Вот это я ясно вижу. Знаешь, Алёша, не будем спориться. Ты здесь посиди один секунд. Я сейчас приду. Приятный аппетит.
весеннее ненастье, я брожу в твоих краях. Отчего ты снишься, Настя, в лентах седых кружева? Отчего ты снишься, Настя, в лентах седых кружева? Алёшка! У Лёшки на борту нет. Так нет. Так и нет. Так и нет. Сейчас пойду приведу. Заболел Алешка, говорит, сердцем больной, не хочет идти в море. Какое такое сердце? Самое здоровое сердце? Алешка, что поёли? Баркас стоит? Ты что, плачешь? Разве можно в такое горячее время плакать? Болит что-нибудь, да? Болит. Доктору надо? Не надо? Такое горячее время. Получается некрасиво. Дальше, что дальше, чисто спорят, не вполне.
Простите, Машенька. Алешка! Алешка! Поговорить надо. Dar değil mi? Dağ desem, dağ her yer. Если я свой горе, горе расскажу, гора растает. Ты что на меня так смотришь? Не смотри так на меня. Скажите, чтобы не смотрел так на меня. Я хочу говорить про мой друг, про мой самый лучший друг и товарищ. Вот он, стоит здесь. Симулянт и прогульщик. Смотрите на него. Алешка, я тебе говорил. Минулин, пойдем. А он? Ох, ах, плачет. Доктор надо? Не надо, не надо. Не вести, вести, вести говорил. Все просил. Алеша, пойдем. Пойдем. Пойдем! Он не ходил. Он ходил? Куда ходил? Город ходил? Покупал? Бусмус? Всякая чепуха? Чепуха? Ада, ты понимаешь? Ты один механик, вести колхоз. Вести. Понимаешь? Не понимаешь. Баркас стоял? Стоял. Сколько рыбы не хватает? А? Пять раз больше не хватает. Как ты мог обманить весь колхоз? Имени. Дайте мне высказаться.
Знаешь что, Юсуф, вот я смотрю на тебя и думаю, по-моему, на Машеньке должен жениться ты. Я? Ты. Я? Алешка. Менелюн. Серьезно говоришь? Я женюсь. Я женюсь. Эх, Алешка, какой жизнь у меня будет. Мировой. Ты знаешь, мы с Машенькой два как один. Вместе на море ходить будем. У нас будет сын, дочка, много-много. Раз, два, три, четыре, пять. Ты знаешь, какую пальбу я тебе сделаю. Представляй себе, море. Чайки, 10 баркас, один за один. На каждый баркас 21-22 музыканта. Ты дирижер высосимфонический оркестр. Играй. Музыка играет. Уджа дağlar başında bir sürü koyun, bir sürü koyun bala, bir sürü koyun. Uzaktan bakmakla men nice doyum, men nice doyum bala, men nice doyum. Как играет. Даже рыбка из воды слушает. А мы плывем, плывем. Нет, не плывем. Летим. Как чайка. Хорошо. Нет. Не буду жениться. Тебя жалко. Не могу. Машенька.
сегодня сын серьезный. Вырвало из наших рядов горячо любимого товарища. Не стало прекрасного бригадира. Нет с нами Машеньки. Нет ее в живых. Не стало любимого друга.
Маша. Кто умер? Говорите. Ты умер. Ты умер. Ты умерла. Ты умер. Атаману первой женской бригады получай, Машенька! Лучше меня! Почти вперед, а? Ладно! Все по очереди! Постой! Товарищ, я вас очень прошу, товарищ! Алешка, ты мне товарищ, да? Товарищ перестаньте, я вас очень прошу. Алешка! Алешка, ты мне товарищ, да? Не забывайся, Алешка! Спасибо, товарищ! Очень спасибо! Пожалуйста, ко мне дома дело есть. Алешка меня ждет. Сидеть плохо будет. Не по фигуре. Правильно! Обязательно примерить надо! Может, и по фигуре! Не надо, не надо! Зачем мерить? Зачем мерить? Дедушка, зачем мерить? Не надо, мой номер! Слушайте, я тебе русским языком говорю! Машенька! Мне с тобой поговорить надо. Я тебе русским языком говорю. Меня Алёшки ждёт, понимаешь? Алёшки ждёт. Что значит Алёшка? Вот он что за Алёшка? Дедушка, мне как раз... Надо мерить надо. Не надо, меня... Надо мой номер, я тебе говорю, мой номер. Плохо работать, дед, можно. Да, не снимай штаны, зачем штаны снимаешь? Дедушка, может теперь мой самый любимый девушка отбирает меня. Слушай, что вы делаете? Что вы ко мне пришли? Надо мерить надо. Слушай, дедушка,
Ай-яй-яй, дедушка, ай-яй-яй, а? Теперь, может быть, мой счастье бежит от меня? Не щекотай меня, щелочь-очень. Постой, пусти, хватит, довольный, как раз. Смотри, правильный номер, правильный, как раз. Смотри, вот верный, вот, пусти, хватит, довольный. Как раз, я говорю, как раз, дедушка, верный номер, пусти, говорю. Отпусти меня, да? Ладно, верный. Машенька, ты готова? Не бойся, не бойся. Не пойду сейчас. Иди, говорю. Не могу. Другой раз как-нибудь. Ну не можешь, так я сам пойду. Куда ты? Пусти. Куда ты говоришь? Пусти. Куда ты? Пусти. Погоди, ты... Пусти, Алешка. Ай-яй-яй, дедушка, я тебе говорил, не надо мерить, как раз. Вот теперь как раз. Я люблю тебя, Машенька. Вот тебе раз. Как так любишь? А так вот. Полюбил. Что ты, Алешка? Милый мой, хороший, славный. Я ее абсолютно не люблю. А она тебе? Она, по-моему, тебя любит. Врешь. Поди ее и спроси. Ты ее совсем не любишь? Или чуть-чуть любишь? Давай поговорим.
Давай поговорим. Машенька, мы вместе на море ходить будем. Я Алешке хотела объяснить, да он убежал. Ага. Ты меня выслушай, ты поймешь. Я пойму, я люблю тебя, Машенька. А я другого люблю. Простите, Машенька. Он опять обманул меня. Кто? Алешка сказал, ты меня любишь. Подожди. Пошли! Ну подожди! Пошли! Подожди, Юсуф. Вот, смотри. Брат твой очень хорош. Это не брат. Это жених мой. Любимый мой. Я ему слово дала. Он далеко теперь. На Тихом океане. Все равно, Машенька, я тебя очень люблю. Понимаешь, люблю. Ну, пойми. Ну, а если тебя Ворошилов служить позовет? Пожалуйста. И ты уедешь далеко, на границу. Пожалуйста. А твоя любимая другого себе заведет. Ждать покажется долго. Как твое сердце там? Беспокойное будет? Ну-ка подумай об этом. Правильно говоришь. Только я еще больше люблю тебя, Маша. Петька! Поди сюда на минуту. Прощай, Люба. Прощай, Петь. А ты куда? Домой еду. Там своя пудель начинается. А Баркас? Ты теперь сам справишься. Ну, прощай, Леш. Прощай, Петь. Алешка домой пошел. Алешка! Стой! Стой, говорю! Машенька, я сейчас.
Я тоже домой пошел. Передайте наш горячий привет весь колхоз. Самый большой, самый крепкий. Не щекотай. Да я забыл. Не любит. Вот дело. Да она и не красивая. Алешка, зачем врешь? Она очень красивая. Она очень хорошая. И ты ее любишь. И я ее люблю. Только у нее жених есть. Какой жених? Такой. Хороший жених. Он Тихий или Великий океан во флоте служит. Жених. 4 года плавает, и все жених. А, чок поел. А если мы с тобой женихи будем, и нас Тихий или Великий океан служить позовет? А? А твой невеста другой себе заведет. Как у тебя будет сердце там? Неспокойно. Вот, получается некрасиво. Очень некрасиво. Ну, неужели возражаешь? Лети быстрее, чайка, в синем море вечер настает. Поскорее, птица, узнай-ка, как милый живет. Скажи ему, не стать.